Саратове набирает обороты скандальная история, главный участник которой – компания «Геотехника ФИН». Когда-то одна из крупнейших на строительном рынке областного центра, а теперь банкрот. Застройщик не исполнил своих обязательств перед дольщиками. Напомню, за последний месяц это уже вторая подобная громкая история. Ранее дольщики дома по улице 2-й товарный проезд довели до конца свое решение о голодовке. До этого они безуспешно пытались привлечь к себе внимание тем, что заселились прямо в недостроенный дом. Впрочем, и голодовка не дала должного эффекта, и дольщики в день выборов пытались лично переговорить с руководством города и области. Добились ли они результата такими методами, и как чиновники будут решать проблему, которая выходит из-под контроля? Смотрите программу «Прямая речь» сегодня в 20:20. В гостях студии пострадавшая активистка долгостроя по адресу Чапаева, 112, Элла Богомолова и юрист Павел Неверов.